этой неделе красноярцев ждет теплая, но дождливая погода. Ночные заморозки на время прекратятся. А вот в выходные на улице начнет медленно холодать. Подробный прогноз на неделю подготовил Денис Денисов. Если верить синоптикам, то минус в понедельник на термометрах мы видели в последний раз на этой рабочей неделе. И уже вторник будет по-весеннему теплым и принесет с собой первый весенний дождь. Все выходные коммунальные службы обещали заниматься генеральной уборкой всех скверов и парков. С 7 утра до 10 часов вечера. И хорошая погода – отличный повод проверить, как они справились. Тем более, что среда и четверг будут очень теплыми днями. И даже с плюсом в ночное время. К слову, всю неделю дождливые дни будут чередоваться с солнечными. Вот и в пятницу, выходя из дома, не забудьте с собой прихватить зонтик. А вот в выходные, к сожалению, снова начнет понемногу холодать, а по ночам даже обещают заморозки. И тем не менее, на этой неделе я рекомендую как можно больше времени проводить на свежем воздухе, поскольку на следующей неделе снова придется потеплее одеваться. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.